Ну вот и наш чердачок, друзья, этого старинного дома. Шифер по чуть-чуть уже люди снимают. На деревню, на дачу. Немножко вот и побили, старый кирпич. Залез, думаю, может быть, здесь что-то есть. Но ничего здесь интересного, друзья мои, я не наблюдаю. Старый таз, прогнивший. Пошли дальше посмотрим. Посмотрим, потому что чердак очень большой. Может быть, что-то интересное и найдем, друзья. Вот, вот такие вот, видите. Так, идем дальше. Идем дальше, дальше. Старый стульчик детский лежит одиноко. Дальше, друзья. Давайте посмотрим. Давай. Голубей нету здесь. Ничего интересного, друзья. Посмотрите, сука, пыли здесь. Всякие вот какие-то кабеля идут, видите. Какая-то игрушка старенькая, видите, деревянная. Что-то было. Уже заняла. Так. Какие-то игрушки найдем. Может быть, может быть. Так. Интересного ничего нету. Сейчас переступлю, друзья. Опа-на. Главное не провалиться, друзья мои. Те сараи, видите, уже люди вон велось на велосипедах. Каждый тащит, что нужно, друзья ему. В хозяйстве все, как говорится, пригодится. Ничего не выбрасывать. Все пригодится. Так. Что тут у нас? Темно. Темно. Ничего интересного. Катушки какие-то старые. Вон что-то старое лежит. Тянули кабеля. Видно, друзья, и катушки старые пооставляли. Сейчас посмотрим. Чердачок. 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 Ничего нет здесь, друзья мои, интересного. Так хотелось мне залезть сюда, посмотреть, поискать. Ну, видите, ничего нету интересного, ничего не нашел. Ну, уже буду знать, что здесь ничего не найти. А то мучает мысль, что там на том чердаке, а вдруг там что-то интересное. Ой, ничего здесь нет, друзья мои. Ничего. Ничего нету. Так просматриваю. Может, между досками здесь, да? Вот тут попадаются. Уже какие-то старые сабли. Какие-то штыки. А может быть, какой-то клад. Или же заначка. Ничего нету, друзья. Все, будем мы, наверное, отсюда выходить, идти на транспорт. Друзья, есть немножко находок у меня. Находки есть интересные. Металла набрал, алюминия, немножко меди набрал, друзья. Все, буду вылазить отсюда тем самым методом, которым и залез. Так, вот. Вот отсюда, вы видите, друзья. Тут у нас отверстие, щель. Так. Опасно. Опасно, друзья мои. Но ничего не поделать. Так. Вот он. Вот он, чердак, друзья. Антенна старая.
труба еще нержавейка, видите, и доски прогнившие. Так можно стать и потеряться, друзья. Все, сейчас я вот сюда буду вот так вот по чуть-чуть, по балкам, по доскам, по доскам. Вон моя сумка, видите, вон сумка. Ой, там графины, всякие посуда интересная. Короче, все, до новых встреч в эфире. Собирайте, коллекционируйте вместе с каналом «Что в старой шкатулке», друзья мои. Подписывайтесь на канал, ставьте свой добрый лайк. Всем пока.